А ты что? Пока ты не замужем, да? Вся твоя жизнь шведский стол. Примерно так. Все, ну слава богу, я хоть поем. Не переживайте за меня, здесь не голодно. Это что, просто как это? Паста шоколадная. Очень хороша. Вот этот люблю. Хорош. Он турок только наполовину. 26 лет жил в Голландии. Поэтому... Из турецкого он знает только турецкий язык. 26 лет жил в Голландии. 8 месяцев только он назад приехал в Турцию. Ответился. Я так-то уже завтракала в отеле. Что такое? Как-то непрофессиональный просто. Неудобно одной рукой есть, одной рукой снимать. Нужно было привезти сюда установку мою. Нет, лепешка хороша. А где мой стакан для чая? Его унесли, что ли? Лицом бардак. Чай? Угу, чай. Хватит. Да, вода. Да не обожгись, смотри. Там горелка-то горит прямо.
teşekkürler. А, тебе не надо такое? Mm. Ну, я вот попью. Это, как сказать, да, да. Завтраки в жизни бывают разные. Иногда собираешься на работу и ненавидишь весь белый свет. А иногда ты просто проснулась. Это что такое? Как будто бы сметана. Как будто бы сметана с медом. Джины? Это что? Мед. Ой. Что такое? Там вон турки, там наши люди, там где-то девчонки, русские, может, из Украины. Оливочка. Оливочка, хорошо. Кстати, да, хочу сказать, что меня здесь в рабство не взяли. Я здесь по доброй воле, представляете? Сидим-то же там на полу. Ну, в общем, я не могу сказать, что мне жизнь не удалась. Эти штучки с листьями. Все хорошо? Все хорошо, только ехать далеко. Ехать реально далеко. Мы ехали. Учитывая то, что он здесь тоже ни разу не был, у него здесь сбываются мечты. Он тоже, может быть, хотел побывать, и вот у него предоставилась возможность здесь побывать. Потому что он дороги не знал. Короче, все. Сейчас поем. Ну, потом, может быть, еще поснимаем. А может быть и нет. Короче, мне некогда. Приятного аппетита нам.